Привет, меня зовут Лиза, и это мой краткий курс по коммерческой иллюстрации. Я не буду долго тянуть, я надеюсь, ваши розовые очки при вас, я надеюсь, у вас достаточно крепкая попа, чтобы долго на ней сидеть. Рука тверда, глаз как у орла и светлый ум, потому что правильно, корректно сделана рекламная картинка не должна вызывать негативных эмоций у человека, который на нее смотрит. Только приятные мысли, только хорошее настроение, потому что это улучшенный вариант вселенной, которая находится вокруг нас. Ну что, поехали. Сделаем всем красиво. Мы работаем только с физическими объектами, в которых нас интересуют три основных качества – форма, цвет и объем. Яркое проявление этих качеств, собственно, и отличает рекламную картинку от обычной фотографии. Рассмотрим их немного детальнее. Перед нами пончик до и после коррекции. На фотографии до явно видно, что пончик не дотягивает до круглой формы. Между тем, для иллюстратора основной характеристикой формы является общее представление и ассоциации с ней. Например, если я спрошу у вас, какой формы пончик, вы скажете мне, что он круглый. Вы не будете говорить, что он может быть неправильной формы, вообще все зависит от того, кто его выпекал. Это правило работает для любого объекта. Пончик, клубничка, собачка, слоник, тетя, мальчик, стол, дом не имеет значения. Похожее правило действует и на цвет. Умом мы понимаем, что цветок белый с розовым. Но пробы на исходнике показывают грязно-серый с коричневым. Это влияние окружения, освещения, настроек фотоаппарата, в общем-то, не суть. Нам нужно вернуть цвет к оригиналу, к тому, как мы воспринимаем его. И это будет общим правилом для нейтрального фона. Позже я подробнее расскажу о цветокоррекции. Объем – наиболее сложный момент для работы иллюстратора. Его не всегда видно на любительских фотографиях, иногда даже глазом сложно его воспринять, потому что он очень сильно зависит от освещения. Но мы создаем идеальный мир, поэтому мы не то чтобы придаем, но как бы возвращаем объекту утраченный объем, иногда немножечко его усиливаем. Ну что же, это было коротко об основном. В следующем видео я хочу подробнее остановиться на работе с формой. Ставьте, пожалуйста, лайк, пусть в мире будет больше красоты.